начальник городского отдела, да? Если междугородние перевозки осуществляются, все сиденья должны стоять или по ходу, или против входа движения. Угу. Здесь должны быть трехточечные ремни на переднем сиденье. А здесь, если допускаются двухточечные, но все сиденья должны... Да. Это и все, ошибка датчика, то, что сход вставляется. Вставляется карта водителя, да. Вот открываем. Медведева Александра. Вот у него весь рабочий день, ну, весь месяц, когда он работал. Вот сегодня 20 число. Открываем. Вот он сегодня час ехал, управлял транспортным средством, прошел 57 километров. Вот это у него отдых. То вчера он не произвел ввод карточки, ввод карточки в процессе движения. Вот они ошибки здесь показывают. Управление без карты водителя, вот 1 минута. Управление без карты водителя, 12 минут. Вы же без карты водителя управляете? Ну это вот смену, когда вот сейчас я принимал, вот, вот водитель вытащил, а я тут не трогал. Вы сначала вставляете, а потом едете. Учитывая, что на территории Российской Федерации произошло ряд дорожно-транспортных происшествий, резонансов с тяжкими последствиями, на территории Тверской области, начиная с этого понедельника, проводится в течение 2 недель, будет проводиться профилактическое мероприятие, выявление нарушений водителями автобусов, а также выявление технически неисправных транспортных средств и соблюдение водителями режима труда воздуха. Вчера такое мероприятие проводилось в городе Твери на регулярных маршрутах. Было выявлено 8 нарушений со стороны водителей, которые нарушали режим труда и отдыха. То есть они с ранних часов до позднего вечера управляли транспортными средствами. Сегодня такое мероприятие проводится по заказным перевозкам. Выявлено сегодня 6 нарушений. Из них в основном это касается нарушений правил пользования тахографами. И выявлен один факт. Нарушение режима труда и отдыха водителя. То есть водитель между сменами отдыхал менее 12 часов. По всем водителям составлены административные материалы, будут возбуждены административные дела в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.